Всем привет, народ! Сегодня продолжаем мы мои пиздострадания в Elden Ring. Я уже хрен его чё куда, зачем, откуда, почему, зачем и как. Но я решил идти в другую сторону света. Если это кому-то как-то интересно было, то это вам было интересно. Если нет, то не знаю даже. Короче, ща. Я не понимаю, куда нас... Блин, мне не нравится карта. Вот сюда ведет. Типа, вот здесь мы должны были, типа, по замку хотите сказать, пойти, но нам в замке дали пиздюлей, конечно, знатных. Давайте теперь пойдем вот сюда куда-нибудь. Я хочу через мост здесь пройти, и там все исследуем. Вот этот уголок карты. Руины у ворот. Руины у ворот. Так, а мы сейчас где? Мы сейчас здесь. Ну, давайте, побежали. Кстати, как вызвать коня? Я хз, если кто знает, напишите в комментариях. Ну-ка. Режь нахуй. Это нам может пригодиться. Так, вон тут мудозвон все там ходит. Этого мудозвона нам, я думаю, еще рано побеждать. Это еще толком играть-то нормально не умею. Вот это с мудозвоном мне составить хотите драться. Я хочу в тот замок зайти. Там что-нибудь есть интересного? Биля! Ой, а я живой. Он же не идет назад, нет, ну и хрен с ним. Сюда, кстати, падает благодать. Сюда падает благодать. А, ну да, здесь мы собирали благодать. Что у меня там вообще? Фляги, так, сортировать сундук, так, повысить уровень, допустим. Ваши руны. 1283. Ясно, понятно. Так, ладно, назад. Назад. Запись идет, запись идет. Так. Ой, спасибо, что вы мне говорите, как использовать карту. Когда я тогда искал, когда нужно было, не было. О, отлично, просто отлично. Тебе удалось преодолеть все трудности на пути к замку грозовой завесы. И даже побывать в крепости круглого стола. Мои искренние поздравления. Ну как тебе удалось сюда попасть? Братан, в душе не ебу. О, можешь не говорить. Когда-то в эту крепость стекались прославленные воины, теперь же она стала пристанищем для высокого сброда. Боюсь тебе, постигло ужасное. Так, ни в коем случае не виню тебя, но верь, все не так печально. Но поверь, не все так печально так. Почему бы тебе не заслужить свое место? Как говорится, вперед из песней. Значит, ты в деле. Мудрое решение. Чтобы присоединиться к круглому столу, тебе нужно завладеть великой руной и встретиться с двумя пальцами во внутренних покоях. Это так называемые хранители благодати. То есть самое, что направляет таких, как ты, погасших. Спасибо, братан. Спасибо. Спасибо, спасибо тебе большое. Я-я-я-я-я-пам-пам. А, я отсюда вышел. Так. Я отсюда вышел, значит, мы так побежали. Блин, ладно, понятно. Я думал, что-то интересное будет, а здесь я ничего интересного, меня обманули просто. Давайте побежим вот туда, вот так обойдем там по мосту. По мосту мы обойдем. Это что такое? Пойдем. О, горгули летают. Так. Почему у меня нету стрел? Как сменить стрелы? Ой. Так, ладно. Все, с этим нормально. Так, обобрать труп.
С этими у нас все нормально. Так, куда я шел? Так, мне нужно вот так обойти. Да, вот она есть тропинка. И мы пойдем отсюда вот туда. Так, ну это обычный лошара. Что нам его бить, избивать? О, там какой-то костерчик. А, это жук, это жук, это жук, это жучок. Стой, кому сказал? Так. Скорбей слез бывают двух видов. Багровый и лазурный. Побеждайте их, чтобы пополнить фляги соответствующего типа. Однако, наполнить фляги можно только до максимума. А? Я не понял. Так, куда мы идем? Так. Так, отмена назад. А, ну все, понятно. Здесь мы пост зачищали. Здесь будет снова, но мы пойдем в ту сторону, к тому дереву. А то мы... Мне не нравится в ту сторону идти. Там мы огребаем все пиздюлей, куда мы в прошлом выпуске шли. Вот от слова совсем не нравится. Туда идем? Да, туда идем. Все, отмена. Вот здесь вот так. Все, мост перейдем и пойдем. Нам там конкретно дают пиздюлей. Мы попали в какой-то там круглый стол. Там пиздюлей нам тоже отвесили. Пойдемте просто поисследуем мир. Вот три мудозвона идут. Вот сейчас я их унижу без проблем. А как, почему? А, да? А в чем прикол? Я думал, они пиздюлей сейчас отвесят. Ну и хрен с ним, пусть бегут. Там статуя какая-то. А, оттуда мы вышли, где статуя. Ага, еще один жук. Стой, бандит! Стой, кому сказал? Кому сказал стоять? Стоять, жучара! Ух ты, блин! Все, понял? Да все, отстань ты, уйди, брось ты эту метку, ёптык-дык-дык-дык-дык-дык. Все, мы прошли мост. Да ты что ты будешь делать? Я понял, нам пора бежать. Нам просто нужно убегать. Там кто у нас стоит? Там у нас сейчас... Ёб твою мать, куда я пришел-то? Не одно, так другое. Валим, 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 валим. Где мой конь? Я хочу коня своего. Я требую моего коня. Они что-то... А, они башенку тащат? Я не хочу на них рыпаться, на двух гигантов, это будет сейчас сложно. Этот омут призыва теперь активен. Я не хочу, я же знаю, если я сейчас рыпнусь на них, они от меня пизды получат. Ну вот убью я их, и смысл будет потом. Так, так, тихо. Вы же не будете? Понял, понял, понял. Вы еще и ходите, охренеть. И даже цветы тебе могут пизды отвесить. Вообще веселая игра. Вы когда-нибудь получали пиздюлей от цветков, будучи самураем? Думаю, нет. Но думаю, хотите попробовать. Так, тут у нас орел. Куда я вообще забрел? Мне надо было влево уйти вообще. Зачем я сюда пошел? Ну ладно, давайте тогда так сделаем.
Побродим здесь по земле. Все, разбили. Руна бедняка. Так, стая псов. О, опять жучок. Жучок. А, он просто фляжки восстанавливает. Фу, блин. Что, с одного удара? Этого тоже с одного удара? Тихо. Тихо, 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 братва, тихо. Ты свою варежку-то не дошивай. Нормально. Чё у нас здесь? А? Руна беднюка. Мне место благодати найти. Так, эти разлетелись, уже очканули, сразу видно. Ой, ты, блядь! Ух ты ж, суки! Стойте! Тихо, 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 пацаны, пацаны, я пошутил. Успокойтесь, успокойтесь, по-братски, 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 успокойтесь. Да, сука. Все, я понял, мне надо съебывать отсюда по хуям собачьим. Мне здесь не рады. Мне здесь не рады. Я пью травку, я пью просто волшебную травку. Так, понятно, валим, 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 валим. Понятно, а где у нас место благодати есть? Лично у нас вообще место благодати, я смотрю, нету. Вон, вон горит, вижу. Так, здесь какие-то конвои уходят. О, черепашка. Черепиха. Или это крабик? Это корабль, пацаны. Вон место благодати, я вижу. Так, плюс одна утраченная благодать. Давайте. Посидим мы здесь. Так, изучать чары и молитвы. А ее можно как-то сюда поставить? Так, фляги, так. Скоротать время, так, повысить уровень. Давайте повысим уровень. Нам сейчас не хватает вашей руны до следующего уровня. Жизненная сила. О, вот 500. 500 качнем. Жизненная сила у нас будет пусть на 500. Так, давайте до утра время скоротаем. До утра. Там у нас какой-то лагерь.
Ломтик мяса. Так, а лагерь уже разбомбили. Там кто-то с кем-то пиздится. А нам-то что? А нам-то похер. Ага, у нас еще это место благодать показывает туда, куда я иду, да? Я ведь прав. Почему-то мне кажется, если я сейчас здесь зайду, то мне пизды дадут. Мне кажется, скелеты послабее, поэтому я буду пиздиться с ними. Спарта! Так, какие-то камушки, так, хуй с ним, так. Этого трое бить, а того надо пиздить. Так, все, нормально. О. Видите, какой я... Сука, 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 вы что такие сильные стали? Охренеть. Охренеть, пипец они сильные резко вдруг. Вдруг стали резко сильными, знаете, пацаны, это немного напрягает. Так, у меня трое сапогов. У этих вообще все печально. А эти одинаковые, что ли? Ладно, я еще меч нашел. Не, вот. Давайте посмотрим, что вместо этого. Стоит в АТ 115, у него физическая сила атаки с сопротивление в боке, бонус. У него только сопротивление больше и все. В принципе, нахрен не нужный меч тоже. Пока есть кусок. Кусок, сами понимаете, чего. Так, я сейчас где я? Да ёб, тыгдык. Я не могу понять, куда я иду. Ну я ж куда-то иду. Здесь огры ходят. Огры, они хоть не такие страшные. И все, сразу минус 3. Там заяц. Мне, по-моему, надо на мост. Да, мне на мост надо. Я куда вообще бегу? Мне нужно через холм, да, вот этот? Да-да. Тогда я сейчас его кругом оббегу. И пойдем в ту сторону. Я просто реально хз, они какие-то здесь жесткие и все. Вот здесь мне нравятся, они вот лошки такие. Они лошки, я здесь хотя бы этот все оформлю. Руны или кто они там. Я хз, кто они там по жизни. Там я... Опа-на! Ух ты, ё-моё, уклоняемся. Пьём. За вас, за нас, за Северный Кавказ. Все, да? Дубинка. Фу ты, блин! Макака несчастная. Все, всех разнес. Так, это что так? Прыжок в духовник солнечный ферм в седле, так. Понятно. А как коня вызвать? Сейчас, минутку, секунду, проверим, как коня вызвать.
Так, мне тут сообщение написали. Сижу. Ой, ё-моё, кто последний раз вообще? А как я это? Я не понял, а как я это сделал? А, просто пробел. Нормально. Кто последний раз сочинение писал? И кто вообще на кого учится или планирует учиться? Кто, может, в школе учится? Рассказывайте, народ. Так, сейчас я хочу чекнуть. Давайте вот. Elden Ring. Как вызвать коня на клавиатуре? Вот, написал. Треугольник у вас в сумке. Нажмите треугольник КУ. Если он есть в вашем инвентаре, вы можете... Или У. Судя по всему, у меня коня еще нету. Коня еще нету, коня у меня еще нету, да. Да, у меня нет коня еще. Я где-то просрал коня. Пока мы будем ходить, будем искать, будем шастать. А как мне с чуваками, которые на коне сражаться? Давайте пошастаем пока мы так тогда. Хоть эти гоблины, блин, не сильные такие уж. Не, мне понравилось, когда они дрались. А кто заорал? Кто-то заорал. Кстати, мне дали биту. Бита — это вроде у него урон дробящий, да? Биты, урон дробящий. Вот вроде биты нужно бить скелетов, если я не ошибаюсь. Чтоб они сдохли, эти скелетоны. Так, по карте мы идем к месту благодати. Так, окей, где место благодати? Место благодати у нас прямо. А, вон оно, место благодати. Там давайте уровень вкачаем. И пойдем вверх в горку. В горку пойдем. Так, я думаю, я рун. Уже. Так, нормально насобирал? Ага. Ни хера не нормально так. За них ни хрена не дают. За этих овлинов дают мало. Там у нас кто, я не понял. Там у нас царствие какое-то, да? Ну давайте тоже пройдемся, пизды всем дадим. Я освобождаю вас от мучений, пацаны. Так, они не сильные вроде бы. Там мудозвоны опять какие-то стоят. Я так понимаю, смысла нет убить. Только ты с мечом, если. Что это за... Вот ты мой, твой, господи Иисусе! Божечки-кошечки! Ебитесь сами. Нихера у него урон. Блядь, я понял, пацаны, понял косяк. Больше не буду, ёптык-дык. Все, догнал нас мишка косолапый, не убежали мы. Так, нам нужно нашу штучку забрать. Нашу штуку забрать. Вроде недалеко сдох так. Замогилье, мы в замогилье. Вот прикол. Кто мог этого ожидать? Ну только не надо мне гнать, что вот ты ожидал этого. А я пиздюлей получил, да? Как обычно. Давайте вот лохов попиздим.
Нормально. И так сойдет. Что у нас здесь? Здесь никакой шаман не будет там, а то опять огребемся. Нам чуть-чуть туда надо было, ну ладно. Что это такое? Статуэтка. Ой, ты, господи, это какие-то каменные хрени. Я так понимаю, их можно не трогать, да? Но лучше на всякий случай их всех перемудохать, да? Узлище. Войти в узлище. Ну давайте войдем. Что это такое? Ух ты, твою мать, опять очередной босс. Понял. Тихо. Так, ну ладно, этого босса мы сможем одолеть. В принципе, мы можем его одолеть. Место последнего отдыха, так. Так, в принципе, я думаю, мы сможем его легко одолеть, таки. Мне просто нужно взять... Да не щит же в руки. А в два клинка это все. Все, я теперь понял, как действует примерно атака с разбега. Охренеть, гнида дострелил в меня еще. Так, я, пожалуй, заберу свой лут. И мы попробуем снова одолеть этого босса. Это будет мой первый босс. С ним... Ух ты ж, сучка! Да ты ж дашь мне попить! Я не понимаю, вот блин, как, извините, конечно, возможно, тупой вопрос, но как дети уклоняться, я просто этого не понимаю. Вот честное слово, я... Он нам хилиться не дает. Хилиться он нам не дает. Блок здесь не помогает. Да еще и игра к тому же под джойстики заточена, тоже немножко неудобно. Опа-на. Давайте посмотрим, что нашли мы. Все ниже. Только вес лучше. Потом, что мы еще нашли? Так, ладно, стрелы мы вроде не нашли. Не сапоги. А, вот мантии. А, одинаковые мантии, в принципе. Я не умею, блин, в эти игры, ваши Dark Souls играть. Но специально вот для вас стараюсь таки. Сейчас заберем свой, сука, лут. И попробуем еще раз его жахнуть. Так, щит на однерку. Нет. Не на однерку, на однерку у нас клинки. На двоечку, да? Все, давайте вот так возьмем. Двоечку надо будет прожать после сильной атаки. Войти в узлище. Нам двоечку надо будет прожать сейчас. Ух ты, блин! Сука!
рыцарь Ищейка Дарвил. Ладно, давайте еще раз, сука, с боссом попробуем. Ой, твою душу медь. Я хочу завалить хоть одного босса сегодня. Хоть одного, единственного. Неповторимого. Я сейчас разозлюсь и пойду пиздить Крайбика. Давай посмотрим. Фу, блять. Я хочу посмотреть, как щит действует. Ну-ка, допустим. А, его типа надо сразу красиво подставлять. Типа тоже не абалда. Дай. Ага, его надо во время удара, да, подставлять? Все, понял. Понял, принял. Давайте это последняя попытка убийства босса. Ляга багровых слез плюс одна у нас. Что такое плюс одна, я не понимаю. Давайте заберем свои руны. И все-таки сделаем последнюю попытку. Влетаем в узлище, достаем. Так, Глэйка. Да беги ж ты, тупая. Ну что за нахуй. Ладно. Забираем руны и пиздуем дальше, исследуем. К боссам я явно еще не готов. Не готов я к боссам. К босюгам мне еще рано идти. Но все-таки попробовать стоило. Так, я думаю, на краба тоже рыпаться, в принципе, так и не стоит. Так, просто забираем и идем дальше, исследуем мир. Здесь у нас какой-то сильный враг. Так, что у нас по карте? Карта у нас мост справа. О, что с них можно подобрать-то? Обломки руин. Ля, вот там с медведем была пипец подстава. Пуф. Понятно, это мы типа по низу можем идти. Но мы по низу пойдем. Эй! Лежать! Так, ладно, идем дальше. Так, я так понимаю, сейчас там прорыв через баррикады будет опять? Или мирно пропустят? Нет, ни хрена, я их вон там вижу, до хилища. Ну, давайте, 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 раз на раз. За Донбасс! Ух ты, блядь! Так, нормально, минус два. Thank you.
Зашибись. Четко. Нормально вот. Щитом сработали немножко. Щитом немножечко сработали. Так, здесь какой-то ключ, а там у нас что? Мы тут ключ нашли какой-то. Кинжал. А, вот. Камень жизни тоже какой-то. Тоже очередная локация какая-то огромная, судя по всему. Нам нужно вместо благодати прийти. Плачущий полуостров. Либо, судя по всему, против нас же будет два босса. Нужно там двое пальцев собрать. И, наверное, скорее всего, поэтому... Так, стойка сила. Окей, мана у нас, что у нас? Что у нас вообще мана? А, интеллект у нас скачает ману. Сила атак. Давайте вот так подтвердим. Силу атак немножечко вкачаем. Так, нам нужно интеллект качать, чтобы у нас было больше магии. А что, они дохлые уже лежат? Я чуть ни хрена не понял, они же только что ходили здесь. Hello? Эй, кто здесь? Прошу, удели мне минутку. Меня зовут Ирина, я бежала из замка Морн, что на юге. Местные слуги подняли. Точно, не знаю, что произошло, у меня с рождения слабое зрение, так. Но клянусь, что я слышала странные вопли. Так, мой добрый отец тайно вывел меня оттуда. Я опасаюсь за жизнь отца, слуги... Впали в ярость, их переполняет ненависть к нам. Они убили моих спутников, всех до единого. Никто, никого не пощадили. Боюсь, в замке Морн дела идут не лучше. Умоляю тебя, отнеси это письмо в замок моему отцу. Не откажу в любезности. Я лишь хочу, чтобы он сбежал, даже если это запятнает его честь. Пожалуйста, я переживаю, если он пострадает. Доставить письмо. Благодарю от всего сердца. Тогда, пожалуйста, возьми это. Окей. Отнеси письмо моему отцу в замок. Так, ладно. Понятно. Так, можешь подождать до утра. До утра... Ту-т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 у. Я надеюсь, ее отец нам пизды не даст. А то как это обычно бывает. Придем мы, значит, с добром, с миром, а нам пизды отвесит сходу. Зашибись четко так. Изучить чары руны. Они, ну, они же изучены так, повысить уровень. Скоротать время, давайте до утра, утра. А, что, и так утро было, что ли? Я не в курсе был. Но скоротать решили так. Так, да, ну, давайте потопаем. Потопаем, потопаем, потопаем. Топ-топ-топ-топ. Ножками топ-топ-топ. Топи-топи-топи. Топаем ножками. Это я так уже понял, смысла бомбить вообще нету. О, золотой грибочек, грибочек. Сначала мы шли в лес за грибами, а потом грибы за нами. Так, здесь они тоже, надеюсь, все дохлые. Хотя это довольно-таки странно, если они все дохлые, то нас А, ну понял, нет, и сиди, братан. Я просто вот так лучше обойду по-хорошему. Вам проблемы не нужны, мне тоже. Фух.
нахуя там на тебя псы напали какие-то полудохлые. А ты решил мне пизды дать. Пиздец у тебя логика, я думал помочь тебе. Чувак, железная логика прям. Так, мне нужно в хилд. В хил уйти. Да тихо! Уйди! 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 Сука, блять! Нахрена я к нему подошел? Мы потеряли 904 штуки аж потеряли так. Ой, все снаряжения. Ай, плачущий полуостров. Ну давайте тогда начнем потихоньку зачищать. Не будем лезть в толпу. В принципе, как-то. Как-то мы сделали. Я думал, там мутазлону я помогу. А он, сука. А он, эта сука нас кинула. Обманула нас. Я думал, он там реально ему хуёво, типа, помочь надо. А он взял нахуй против нас стал. Сейчас нам надо потихоньку сперва забрать все вещи со своего трупа. Блин, вот с великанами не знаю, справлюсь или нет. Двадцать пять, баба ягодка, опять. Нормально. Так, а выбрать труп? Где? О, Моргенштерн. Ты мудак, сука! Я хочу загреть на себя псов. Все, псы загрелись. Банзай! Фух, уйти! Что такое случилось? Уйди, псина тупая, ты мне мешаешь сильно. Ой, пиздец. Ой, блядь, пиздец. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Клон! Ой, пиздец! В принципе, если б не псина, я бы мог бы его сразу убрать. Ладно. Ладно, гигант, в принципе, довольно-таки сильный. Но все равно я бы лучше не стал бы рисковать. Это по отдельности, и он почему-то упал. Видимо, на него так подействовала моя сильная атака. Сейчас бы еще место благодати найти, где? Какое? Так, вот этот чувак сейчас нам нужен. Стой, козел. О, это что такое? Могучий залп. Пепел войны. И как его использовать?
Давайте посмотрим карту. Я знаю, что нам нужно туда, поэтому пройдемте вот сюда. Это у нас куда выведет. Опять эта дохлая псина. Комары летающие, опять дохлые псы. Ты на кого лаешь, пес несчастный? Серьезно, до меня комар доебался. До меня комар докопался, пацаны. Что за дела? Вот оно, место благодати. Я же говорил, здесь где-то должно быть место благодати. А мне никто не верил. Блять, что мы сейчас понаберемся дополнительных квестов и хрен что выполним. Во, утраченная благодать. Благодать утрачена, повысить уровень, интеллект. Даст физические. А, ну это все магия у нас. Тоже у нас сила, что у нас тоже верхние числа качает. Тоже верхние, это тоже верхние, вера. Святой. Ну, по-моему, чтобы вон там молитва тоже качалась, нужно все колдовство, вера вот это качать. Мы пока не вкачаем интеллект, я думаю, это будет самое то. Все, я как чувствовал, что здесь есть руна, поэтому пройдемте в замок. А они уже псы обновились. Парирование. Ай, меня кто? Сука. Какой ты, а? Ну-ка, давай. Ой, ты, блядь. У меня тут реально... Ага. Фляги мы свои забрали. Здесь у нас какой-то очередной паркур. Мы сейчас пойдем на костер. На костер пойдем. Штимухи от меня не надо. Доебалось тоже мне туда. О, еще одна. Еще одно место благодати. Это тоже хорошо, что есть места благодати. Ну, чувствую, что надо бласканем приходить. Так. Вместо благодати. Вот сейчас молитвы посмотрим, может там какой-то залп выучили. Атаки. Фляги. Можем увеличить количество фляг? Не хватает золотых семечек. Повысить эффективность. В инвентаре нет, так распределить. Распределять мне пока мест не надо, у меня нормально. Ой, здесь торговец. Давайте я продадим. А, вот оно что, Михалыч. Руна бедняка. Так, ладно, вот это вот руны получается. Инструменты. Прах. Это материалы. Это ключи.
звонком отвлекли. Я не знаю до сих пор, как эти штуки установить. Но их же как-то можно, вот. Давайте секиру продадим. Биту продадим. Это какой-то черный клинок, я даже не знаю, откуда он у нас. 121 плюс, нихера себе. У меня, по-моему... А, это наша основная катана. Черный клинок, тьфу, блин, олень. Так, купить, давай посмотрим, что у тебя на скупку есть. 138 предмет. Ломан, одну печать статуи беса. Мне пока не сломать ничего не надо. Почему здесь нельзя сравнивать сразу? Нельзя сопротивление урона физические. Ну-ка, у меня, блин, какие. У меня 5, 3, 2, 1. Здесь 2, 1, 1. Ну давайте у него снарягу новую купим. Где купить? Вот это вот нам нужно купить. За 2400. Потом здесь 2,8 у нас. И вот эти вот тоже купим. С небольшой подсказкой. Ну давай тоже купим. Потом что у тебя еще есть, посмотрим. Вот они, мечи у него есть за 3000. Так, нам нужно в инвентарь зайти теперь, снаряжение. Против магии послабее. Огонь. Молния. Святое так. Потом физическая мощь сопротивления. Иммунитет. Живучий здесь побольше у нас. Ну давайте вот так. Теперь вот этого сравним. Тоже, в принципе, физическое есть. Баланс 3. Так, что вот так сделаем. Пока мы все оставим. Пока мы все по стоку. Так, ничего не все продать. Обломки рун. Сейчас мы тебе это у нас что, материалы. Блин, материалы не для крафта пригодятся, они там цены-то особые. Материалы для усиления тоже пусть лучше лежат. Это все когда-нибудь-то пригодится. Это вот говно можно продать. Это в принципе так. А, ну да, нельзя продать то, что стоит у нас. У нас всегда стоит. Щит. И продать ему же его же говняный броник можно только за 200. Нормально. Меня объебали, конечно, ничёшно-таки. Всего доброго, спасибо, тебе тоже. Наебал нас, и всего доброго, говорит. Так, это мы были. Ну, давайте, пойдемте дальше в замок. Нужно запомнить, где есть торговец. Он у нас вот здесь есть. Там вон что-то дальше виднеется. Тут у нас что-то виднеется. Ну, блин, это хоть снаряжение красиво смотрится. Гиганта мы отлупили, как нехрен делать, в общем-то. Гигант, в принципе, я как понимаю, не настолько я... Фу ты, блядь, господи Иисусе! О, найдена карта. Обломки руин. Обломки руин. А что он так далеко-то по мне начал херачить? Я еще даже не понял. А он уже херачит. Так дело не пойдет. Подожди, откуда он меня херачит? Там у нас какие-то трупики.
Он херачил откуда-то отсюда. Я вам отвечаю, он отсюда откуда-то херачил. Так, это тоже обломки руин? Нет, это храмовый камень какой-то. Тоже храмовый камень. Ага. Ну, давайте попробуем пиздюлей дать. Щит, я так понимаю, нам против него не поможет, так что вот так берем свою катану. Тихо. И быстро подползаем к нему. Может, ты не будешь разворачиваться? Он что, и вправду нас не заметил? Ой, у меня, конечно, стелс скачанный. Уклоняйся! Я уже обосрался. А, может, у меня в арбалет действительно идет большая стрела, а не болты. А, ну да, вот. А у меня нету. Лук. Большая стрела. Я не понимаю, как ее использовать. Ну а допустим со шифтом, если. Ладно. Понял. Здесь должно быть это место благодати. Место благодати возле замка. О, черепок. Руна бедняка. О. Там красные грибочки. Это что такое у нас? Осада замка Моран. Одинокий герой. Последнего. Так. Ну что, черепашка? Ты же меня не сожрешь? Да вроде не сожрала. Здесь нужно где-то найти место благодати. Ибо если я сдохну. Так, найден. А. А, ага. Нет, получается, вот навстречу надо бежать по тому краю. По тому краю должно быть где-то вон там место благодати у нас. Гиганта мы, в принципе, завалить было несложно. Ну, блин, если какие-то мелкие мешаться будут, то это будет довольно-таки сложно, я думаю. А так это не совсем сложно. Вон, вижу, там место благодати. Судя по всему, да, это место благодати там наверху. Хрена ли ты бегаешь? Я хочу сюда запрыгнуть. Но это не место благодати, кстати. Кстати, это не место благодати, не место благодати. А что это тогда у нас? Золотая семечка опять какая-то. Так, давайте глянем на карту. Вообще они прям вот так идти должны струйкой, да? Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. А. Понятно. Кистуя говорит в этом направлении, там найдешь ты что-нибудь точно.
принципе, в замок. Замок взять штурмом. Чё? Пацанов собрать? Ну, давайте вот так соберем. Так, нормально. Золотое семечко, значит, мы можем качнуть фляги. Ой, ну пойдемте в замок, что ли? Там что-то дымится у нас. Заткнись. Замерных всего лишь 5 дают. А за гиганта штуку. Руины, души. Наверное, сейчас замки будут место благодати. Почему-то мне так кажется. Блин, честно говоря, даже не шарю, в чем суть игры и как ее пройти. Но все-таки записываю. Да, это я. Я Никита. Я знаю. Интересно, конечно, наверное, для вас сейчас был диалог, да? Я думаю. Вам прямо интересно было слушать? Я Никита, да, я знаю. Во, я же говорил, я же ванговал. Вот, утраченная благодать. Ну и к чему это было? К чему эта комната, типа, заходишь? Угу, понял. А, да? Здесь кнопочка была. И сейчас босс у меня, да? От которого я потом не смогу забрать руины свои. Что происходит, пацаны? Давайте пока мисс не будем вмешиваться, пока мисс макак сбоку убьем. Понял, 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 понял. Ух, какие ж они пиздец. Пиздошили меня не слабо. Отпиздошили на славу, получил пизды на славу. Нужно забрать свои руны. А, вот для чего, понял. Так, здесь и щит. Думаю, не пригодится. Кстати, есть еще катана? Мне катана нравится, я хочу вкачать ее. Давайте вот на этом, пожалуй, закончим. Вот снаряжка ничёжная такая, под самурайская. Под самурая. Новые враги приносят в жертву пироги. Так, вот так сделаем. Во, красивая превьюшка. Уйди. Тихо надо. Надо по стелсу жахнуть кого-то. Там люди пи... А, человека уже нету, понял. Режу нахуй. Так. Так. Так, этого надо жахнуть хотя бы. Еще один, минус один, отлично. Достаем щит. Опа-на, уклоняемся, уклоняемся, уходим, уходим, уходим как спецназ.
Пьем флягу. Даем в ответ пизделей. Понял, уйди, уйди. Уйди. Так, флягу надо выпить. Так, здесь я. Я надеюсь, это все? Или с той стороны тоже есть? Ну, ты меня уже увидел, да? Опа-на! Понял, собака. Да ты... Не охренел ли использовать вторую атаку подряд? Не лок. Амилок. Пойдемте теперь туда зачистим. Так хочется сказать, что за ужас тут творится? Так, у меня вообще одна хилка осталась сейчас. Это не очень хорошо. Всякие руны тут. Руны. Так, мне ту бабку нужно же атаковать, да? Я, наверное, щит уберу. Потому что, мне кажется, я тут очень сильный. Да, это враг. Все нормально. Хромовый камень какой-то мы получили. У нас по спине прошел крит. Я надеюсь, там меня пиздюлиной не встретят. А то это будет очень весело. Это будет прям нам очень весело. Вот, ну прям, ну очень. Почему у них некоторые атаки не... Здесь тоже по стелсу не получится зайти. А те уже летают. Ух. И рун у меня нету, пацаны. Все, я ухожу. Ладно, ребят, на этой чудесной картине, где нам воткнули в спину перья, мы закончим и продолжим в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки.
И увидимся в следующем ролике. Всем пока. Here we go.